Собрать за 24 часа. Если применить шахматную аналогию, то это блиц-турнир. Как и в шахматах, тут все решает качество игры за очень короткое время. Конечно, это соревнование носит скорее дружеский характер, но свой спортивный азарт в нем есть. Чья модель окажется лучше? Это 10-й юбилейный турнир, и поощрительный приз станет памятным трофеем. Попробуем разобраться с техническим заданием, которое, кстати, выбирают для себя сами участники турнира по уровню сложности. Сейчас здесь воссоздается бронеавтомобиль еще Первой мировой войны. Это канадский бронеавтомобиль. Понятно, что сейчас их не осталось. И чтобы воссоздать эту модель, нужна историческая точность и, конечно, собранность. С каким интересом все эти люди готовы часами, затаив дыхание, подгонять малейшие детальки. В какой-то мере это ювелирная работа, да, но просто этим хобби занимаются миллионы людей по всему миру. Это, наверное, объединяет именно вот такой склад людей, которые могут найти какие-то вот тонкости в работе и какую-то ювелирную жилку, может быть, дизайнерскую жилку. Когда смотришь на весь этот арсенал инструментов, красок, элементов, а точнее комплектующих деталей, которые изготовлены в масштабе 1 к 25 или 1 к 36, то у человека без подготовки все валится из рук. Мне помогает Алексей Садовников, специалист по IT-технологиям транспортных систем. Моделированием он занимается с 95 года. Взять детальку и перенести ее на модель. Например. Это ж какая нужна точность, я не знаю. Вот я бы не попал. А попробуйте. С непривычки не знаешь, с какого конца взяться. А тут еще надо и развернуть правильно. И вот эта же деталь, ее нужно поставить вот сюда. Опа, вот так. Вот так. Да. Опа. А я не только наоборот, на 180 градусов. Наоборот. Надо признать, в основном моделированием занимаются люди серьезные, специалисты, профессионалы в своих сферах. Здесь они не только отдыхают от забот, как многие говорят, но и получают много новой информации из истории, технологий, дизайна и эстетики. А главное, это умение собраться и решить любую по сложности задачу. Берем клей так. И капаем в стык. Все, он туда затекает сам, и мы деталь приклеили. Так, это одна операция. Их нужно 8 тут... раз на каждом борту, повторяю, а 16 раз. А вообще-то это сотни операций на одну модель? Иногда тысячи. Обычно на сборку хорошей модели уходит месяц, а то и больше. Здесь все намного быстрее. Ну это кайф, это кураж. Я не знаю, без этого просто мы уже не живем. Да, увлекательный спорт – это моделирование. А может быть, это искусство? Центр культуры и досуга Марфина всегда радует подобными турнирами. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский.